Автолюбители – это одна из самых активных категорий населения. А потому они часто обращают особое внимание на различного рода бонусы, на акции, на мобильные приложения. Зачастую ищут те места, где можно выгоднее приобрести тот или иной товар, где выгоднее будет заправиться. А как все это сейчас происходит на автозаправочных станциях «Казахойл», расскажет мой сегодняшний гость – Ербол Елемесов. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что дали возможность рассказать о нашем приложении. С удовольствием отвечу. Да. Для начала, расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое ваше мобильное приложение? Что это за такой маркетплейс? А, отлично. Ну, наше приложение называется V-Life. Я бы хотел бы немножко, наверное, подойти в историю. То есть V-Life позиционирует себя как супер-ап. То есть это тот суперап, который позволяет нашему пользователю пользоваться всеми благами и удобствами, которые окружают его в повседневной жизни. Это вот это вот. Это основная цель. Да, да, да. Суперап это мобильное приложение. Суперап это мобильное приложение, которое вы можете скачать с App Store, с Google Play. Угу. Оно будет доступно. То есть это еще одно мобильное приложение, не уступающее приложениям банков второго уровня? А, да, только вот слово «еще одно», конечно, не нравится. Ну, объясните, пожалуйста, для наших зрителей. На самом деле, да, вы правильно говорите в том, что это приложение как суперап. Если банковские приложения больше крутятся вокруг финансовых услуг, то наше приложение – это связано с повседневной жизнедеятельностью человека. То есть мы ближе к человеку путем наших продуктов. Конечно, безусловно, первый продукт, который является, это у нас нефтепродукты наши. Очень интересное мобильное приложение, и первый продукт – это нефтепродукт. Почему нефтепродукт? Я, наверное, ну, мы анализировали. Хотя, бензин же входит в первую продуктовую корзину и покупается абсолютно всегда. Да, тут даже если немножко обратиться к статистике, у нас в Казахстане зарегистрировано где-то 3,8 миллиона машин. Автомобиль. Именно легковых. Я сейчас не говорю про грузовой и автотранспорт. Но если посмотреть на наше население, согласно нашей статистике, это 19 миллионов, это общее население, 19,5 миллионов. А население от 18 плюс, это будет порядка 9 миллионов. То есть, если вы посмотрите, это почти 2,5 человека на каждый автомобиль. Вот и считайте. Поэтому вы решили крутиться вокруг автозаправочных станций? Да, это первая стратегия, как мы хотели зайти. Это первая. На самом деле стратегия V-Life очень широка, но мы именно зашли сейчас с нефтепродуктов. А чем оно полезно для автолюбителей? Почему я, как автолюбитель, должна его скачать и пользоваться? Что оно мне дает? О, отлично. Вот, наверное, если говорить о том, что чем это полезно, как любой сервис и как любой маркетплейс, в первую очередь мы предоставляем интересные продукты. Когда мы говорим интересные продукты, то есть любой пользователь, скачавший наше приложение, получает много-много интересных плюшек и много-много интересных удобств. Вы даете какие-то баллы за скачивание? У нас такие баллы, что голова закружится. Ну-ка подробнее. С удовольствием. Допустим, за каждый литр бензина вы, в зависимости от того, каким вы статусом стали, в приложении V-Life есть несколько статусов. Ну, это нормальная градация, практика, да? Градация, когда вы чем больше заправляетесь, тем больше покупаете, ваш статус растет, и, соответственно, мы вам даем очень больше баллов. Ну и, соответственно, за каждый литр топлива со старта вы получаете 1 тенге, ну а максимально это 5 тенге. Да, от 1 до 5 тенге. А куда их за могу каждый потратить? Литр. О, вот здесь вы можете потратить его хоть куда. Когда в смысле, я говорю, хоть куда? Я вам вот на полном серьезе говорю. Вы эти баллы можете использовать как на заправку бензина, как на покупку товаров. Можете мобильный телефон оплатить. А где можете мне это все купить? Это все в нашем приложении, поверьте. Вот. То есть мне не нужно идти в какой-то магазин, сказать, вот у меня есть V-Life, у меня есть эти баллы, я хочу купить на эти баллы. Нет, вам не надо никуда не ходить. Вы можете в нашем маркетплейсе купить, расплатиться часть баллами, часть карточки на ваше усмотрение. Можете все баллами купить, если у вас количество баллов позволяет. А iPhone можно купить баллами? Если вы активный пользователь заправки, то даже и можете несколько айфонов купить, это без проблем. А у вас были такие случаи? Покупки айфонов за 100% количества баллов, конечно, не было, но, так скажем, смешанная оплата, когда тратились баллы и
наличные деньги, свои карточки, то да, это часто происходит. Так какие же преимущества дает ваше приложение пользователям автозаправочных станций? Автозаправочным станциям. Здесь, наверное, идет win-win. А на самом деле автозаправочная станция первая получает самый прямой и короткий контакт с пользователем. Угу. Что это означает? То есть он у нас каждый пятый чек, не обязательно заправка, любая покупка, каждая пятая, пользователь дает оценку. И тем самым АЗС, конкретный АЗС, может, компания может оценить, насколько качественно та или иная точка отработала. Помимо этого, есть у нас еще комментарии, книга жалоб. То есть это дает прямую, непосредственно обратную связь компании для того, чтобы она могла улучшать сервис. Помимо этого, компания может анализировать, ну, на базе всей этой информации происходит очень большая аналитика. Mm-hmm. Вы можете анализировать, что клиент покупает, что ему лучше предложить, какие акции дать этому клиенту. Mm-hmm. То есть это наиболее эффективный маркетинг с точки зрения продвижения своих товаров. Вы имеете короткое плечо к клиенту, имеете достоверные данные. Это формула успеха. Допустим, смотрите, я каждый день приезжаю на заправку, покупаю кофе каждый день. И сможет ли Вилайф прогнозировать этот момент? И то есть я приезжаю на заправку, а кассиры уже знают, что я покупаю кофе. Ну, то есть Вилайф приложение им выдает этот момент. А я вам больше скажу, это уже работает. Да вы что? Да, вы можете подойти на кассу и это называется рекомендательная система. По рекомендательной системе кассир вам предложит те продукты, которые вы часто покупаете и используете. Вот это преимущество, которое может получить любой партнер АЗС, подключившись к нас в сети, это все возможно. А как происходит само начисление и списание баллов? Начисление баллов происходит моментально. Вот я вот буквально только что купил, ну, за 5 секунд баллы начислились. За любую покупку в течение там 50, максимум минута происходит начисление баллов. И вы можете уже ими пользоваться. А как списывать? Списывать обратно же. Вы можете ими заплатить за бензин, за товар, закинуть на баланс телефона. То есть мне придет какое-то сообщение, которое я должна продиктовать кассиру? Или какие-то сложности? Нет, вообще все наоборот. Френдли, все очень удобно. Вы подходите к кассиру, просто даете телефон, показываете QR. Угу. Кассир сканирует QR и все. Баллы у вас уже начислены. То есть больше никаких от меня больше действий ничего. Не нужно? Ничего. Даете телефон, QR. Все, вы автодизованы. Вы прям облегчили. Очень удобно. Мы очень сильно стараемся над пользовательским опытом, чтобы именно пользователю было удобно, комфортно и быстро обслуживаться. Я знаю, что во время пандемии вы внедрили бесконтактную оплату, да, заправку и тому подобное. Как сейчас этим обстоят дела? Пользуются ли клиенты этим сервисом? Нужно ли его как-то развивать? Да, абсолютно. Это очень удобный сервис. Ну, наверное, еще когда в морозы, он очень удобный. Что это за сервис? Я кратко опишу о сервисе. Да? Этот сервис позволяет вам, не выходя из машины, оплатить за бензин и, соответственно, заправиться. Вот вы подъезжаете к колонке, заходите в приложение, выбираете раздел «Бесконтактная заправка», он уже показывает, на какой вы колонке находитесь, на какой АЗС. Вы сами выбираете колонку первую, причем колонка у вас рядом висит. Выбираете вид топлива, хотите литражами, хотите суммами. Выбираете, сделаете, оплатить, все. А как кассиры этот момент видят? Насколько мне известно, потому что они видят момент именно заправки, то есть когда пистолет вставлен в бак, и тогда программа у них показывает. Да, но это уже детали автоматизации. Мы смогли очень глубоко интегрироваться, и на самом деле это большой плюс именно нашей компании, что у нас сильно IT. А мы смогли сделать глубокую интеграцию, что пользователи этого не замечают, и кассиру автоматически приходит с приложения сообщения, либо, так скажем, правильный триггер, где уже кассир идет, что клиент оплатил, да, и все, автоматом. А чек как получить? Чек вы можете получить двумя способами. Первый, конечно, если вам нужен физический чек, вы можете прийти на кассу, а также электронно. Смысл же в том, что я не хочу приходить. Также электронно через Вилайф. Я не добился. Он приходит куда-то, да? Да, он приходит. Прямо в приложение. Не на почту, ничего не нужно писать, дополнительно прописывать. Контакты свои не нужно оставлять. Нет. Вы, конечно, можете, если вам нужен именно PDF-ный вариант, вы можете указать и почту. Можете сохранять в приложении, то есть все, что вам угодно. А какие акции и скидки вы проводите? Акции и скидки – это тоже очень интересный раздел. На самом деле здесь следует подойти двумя путями. Акции и скидки у нас зарождаются первые по инициативе
самих партнеров. Второе – это когда мы прорабатываем эти акции совместно. Что это означает? Это означает, что, допустим, вот сейчас на носу Новый год, мы предлагаем всем партнерам нашего маркетплейса, у кого есть тематика товаров, приближенных к Новому году, да, мы их вытаскиваем вперед, чтобы пользователь это все видел. Ну и, соответственно, даем определенные акции. Вот на текущий момент у нас есть рассрочка на 24 месяца. Вы можете. На новогоднюю продукцию? На все. Вот сейчас на все есть. Ну, новогоднюю продукцию мы ставим вперед, чтобы человек... Вот сейчас вы можете зайти, у вас в топе выйдет елка. Вы можете хорошую елку купить. Рассрочку на 2 года. С рассрочкой на 2 года с платежом где-то 500-700 тенге в месяц, пожалуйста. И то есть вы ставите именно такие рассрочки с платежом 500-700 тенге в месяц, исходя из какой-то аналитики, да? Нет, это на самом деле, это аналитика больше для банка. У нас есть партнерские отношения с нашими банками, где банк сам предоставляет рассрочку. То есть мы не предоставляем рассрочку, это сервис банка. Мы смогли интегрироваться с банками, где банки нам дают эту услугу. То есть у нас есть несколько банков. Вы можете зайти и получить рассрочку у любого из этих банков. А Ербол, как вы выбираете, на какой товар поставить акцию либо скидку? Ага. Ну, обратно же, если это говорим о нашей инициативе, у нас есть аналитическое подразделение, которое максимально... Ну, во-первых, это аналитическое подразделение имеет очень хорошие скиллы в анализе, и цель его максимально привлечь клиента и, соответственно, дать ему нужный товар. Это все к Big Data. У нас есть Data Science, специалисты по Data Science, они отлично это все дело анализируют, дают отличные рекомендации. И на базе этих знаний мы создаем более эффективные акции. Поэтому нашим партнерам, мы уже с несколькими партнерами отрабатывали, показывали нашу механику создания акций, это прям очень нравится. И они видят эффективность этих акций. А вот скажите, пожалуйста, это самое ваше приложение для автовладельцев, оно бесплатное? Абсолютно бесплатное приложение. Вот абсолютно бесплатное приложение. А как вы тогда зарабатываете, на чем? Я могу сказать так. Это нюансы бизнеса, где мы зарабатываем, но я вам могу точно сказать, что этот бизнес, который по системе win-win, от этого все выиграют. Как наши партнеры, пользователи, так и мы. То есть тут все прозрачно и все окей. Вот. Дополнительно я бы хотел бы сказать, что на самом деле мы сейчас развиваем именно вторую часть этой партнерской сети. У нас на текущий момент в нашем приложении для автолюбителя практически есть все. Когда мы говорим, это автотовар, это выделенная категория, это автострахование, отдельно вы можете страховать АЗС, да, вы можете сделать заправку. Это дополнительно, что мы хотим сделать, это мы хотим подключить автомойки, СТО. Соответственно, вы через наше приложение можете записаться на любую СТО, любую автомойку, занять любую очередь и пойти. То есть это будет у нас в 2023 году уникальный сервис, который вы получите. А сколько пользователей V-Life сейчас у вас есть? У нас на текущий момент пользователей V-Life, если говорить о скачивании, это чуть больше миллиона. Миллион стоит, это очень хороший показатель. И, соответственно, активных пользователей, есть такой показатель, месячные активные пользователи. И у нас месячных активных пользователей порядка 450 тысяч активных пользователей в месяц. А чем они именно пользуются в приложении? Да, спектр очень большой. Конечно, это услугами по АЗС, платежи, очень популярные платежи, маркет. Вот сейчас развивается активно-активно маркет. Мы даем очень интересный контент по маркету, и сейчас это направление потом начинает активно набирать обороты. То есть мы предоставляем разные рассрочки, акции и так далее, и это сейчас становится популярным. Ну, то есть этими продуктами мы пользуемся. И в платежах есть очень интересный такой продукт – это автодороги. Вы можете платные автодороги оплатить через наше приложение, без проблем. Ну, альтернатив сейчас очень много. Но вы находитесь в нашем приложении как автолюбитель. Да, чем вам скачивать все остальное, вы можете все через нас сделать. Я могу удалить все свои другие приложения и пользоваться только V-Life. То есть он не заменит. Я думаю, вот именно в конце 23-го вы можете даже и банк удалить, и он заменит вам банк. Здорово, Ербол. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. С вами была Асель Алимханова. До встречи в эфире телеканала «Атамекен Бизнес».